Приветствую всех подписчиков гостимого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнеру XMine. Вот так. Вчера я писала видео, друзья, по нему. Все в режиме онлайн регистрировалась, делала депозит. Вот. Ну а сегодня я хочу проверить на вывод, если мне удастся вывести, так как у меня тут вечно как не у людей. Значит, сейчас посмотрим и все объясню. Здесь, кто не знает планы, минимум депозит здесь 10 3x на 5 дней, 33x я заходила на 5 дней по 32%. Ну и регистрация здесь... Кому интересно, можете посмотреть у меня на YouTube-канале. Так, иду в кабинет. Значит, что у меня здесь произошло? Я же говорю, у меня вечно не как у людей. Вот. У меня 9 рефералов. Естественно, вот они, 9 рефералов. Здесь также находится реферальная ссылочка. Вот это профиль. И у меня... На балансе было 35 монет реферальных начислений. Вот здесь 35 монет. Я их поставила на вывод. И что? И ничего. Значит, оказывается, что нужно делать? Я все оставлю в закрепленном комментарии. Ссылочку на регистрацию я оставляю всегда в закрепленном комментарии. Ну и там будет описание. Значит, нужно, если у вас есть реферальные начисления, связаться с администратором вот этого майнера, чтобы вам вот эти реферальные начисления он перевел на баланс вывода. Понимаем. Сейчас я вам покажу. Так, где у меня? Это группа. Где я писала? Секунду. Вот. Вот я ему написала, что... У меня же монеты-то списались. Я думала, я их потеряла. Вот. Потом я написала email-адрес. Написала логин, номер кошелька. Не знаю, в общем. И сказала, проверьте. Ну и все такое. Ну, он мне не ответил, он как бы 3 часа назад, сообщение-то видно. Вот, все мне как бы перевелись. Видимо, у меня на балансе стало 45 монет. Вот не знаю, удастся мне их вывести. Если не удастся, то завтра я обязательно еще запишу видео по выводу. Так как я ставила монеты на вывод, вот, реферальные. Понимаете? И, возможно, я не знаю, засчитала здесь один раз в день. Я фиг знает, как у них тут работает система. Поставлю целую сумму 45. Адрес кошелька прописывается при регистрации. Минимальный вывод 10 3x. Кликаю «Вывод». Сейчас страничка обновится. Подождем. Ну, что-то зависло. И страничка вот загрузилась, и вот такая вот у меня картинка. Давайте переведем на русский. Потрясающий успех вывода. Так, зарегистрируйтесь, Transcom здесь. Я вот не знаю, что это такое. Transcom. Вернуться к кошельку. Ну ладно, давайте проверим вывод, друзья.
Вот мои монеты с учетом комиссии. Плюс 44. Вот их адрес кошелька. Вот транзакция 21.07. Все шикарно. Майнер платит. Вот. А вот что это такое? Зарегистрируйтесь, Транскан. Вот что это, может, узнает? Я вот не знаю, что это такое. А, это транзакция, друзья. Детали транзакции. Ну и ладно, вот вам показала транзакцию. Все замечательно, как видите. Вот мой адрес, вот их, это счет их. Даже давайте-ка сверим. Вот, да. У меня шан... Так, у меня русский стоит. На английский поставим. А вот теперь проверим адреса. Вот это вот мой адрес начинается, вот видите, да? Вот он мой. А вот это вот их адрес. Поставите на паузу и посмотрите. Вот он. 44 монеты. Все. Комплект. И вот они. Шикарно. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Но не интересно, пройдите мимо. Вот. Когда на русский переводишь, вот такая фигня получается. Видите, все смещается. Поэтому я как бы... Мне надо что-то прочитать. Я... Вот, ну а завтра у меня сумма будет уже вот такая. Это моя прибыль. Вот. На 5 дней, да, вроде как. У меня... План я закидывала сюда 33, да, на 5 дней по 32% в день. Не забываем о том, что это высокодоходные инвестиции, а все, что связано с инвестициями в интернете, всегда подвержены риску. Всем удачи, больших заработков. Майнер платит. Я вам все показала вплоть до транзакции. До новых встреч.